Эй, эй, просыпайся! Да? Что? Где я нахожусь? Нет времени объяснять, нам нужно идти. Что? Куда идти? Кто вы, блин, такие, что здесь происходит? Говорят же, хватит задавать вопросы, нас спалили, Руня. Хочешь сказать, что от удара головой ты потеряла память? Я вообще ничего не понимаю. Господи, как же раскалывается моя башка, вы мне еще что-то говорите, куда-то спешить. Наверное, мне нужно сконцентрироваться на том, что вы говорите, а не задавать лишних вопросов, да? Мы задержим их, а ты беги. Просто не оглядывайся. Помни, что мы последние девочки, что остались на этой земле. Мы должны выжить. Ты должна выжить. Так. Единственные девочки? А что, больше людей не осталось? Вокруг зомби-апокалипсиса где-то там... Там что, сидит снайпер? Это был Херобрин? Что это было? Так, у нас есть огонь, у нас есть убежище, мы сможем выжить. Девочки, зачем куда-то мне бежать? Все остальные люди — это парни. Эй, я, кажется, что-то слышал. Они в той стороне. Я вас тут не брошу. Если мы были подругами, то уж точно никуда без вас не уйду. А кто-то кричал, да? Это те самые парни? А, это у вас еще такие волосы короткие. Наверное, я выгляжу как парень. Черт возьми, что здесь происходит? Это не тебе решать. Да вы куда? Эй, получайте. Беги. Жесть, какая жесть. А куда мне бежать-то? Что здесь, черт возьми, происходит, господи? Они только что пожертвовали собой? Я снимаюсь в каком-то боевике? Где скрытая камера, либо какие-либо камеры? Почему все здесь выглядит так заброшено? И ходят волки, это собака? Я не знаю, еще одна собака. Кажется, здесь выглядит что-то более цивильное. Мне нужно идти по левую стенку. Я обязательно не заблужусь. И что? Это мои подруженьки? О, нет! То есть я? Они не шутили? Я ничего о Шанге не помню, но то, что они сказали, чувствуется, что это правда. Будто я единственная девушка, которая осталась девушкой в этом мире парней. А почему я такая особенная, что они решили мной, точнее, с собой пожертвовать ради меня? О, черт, нужно бежать и не оглядываться, и так в куст, из куста, в куст, из куста, как в армии учили. Я была в армии? Ну да, если я притворялась парнем, то я 100% была в армии. Так, какие-то закусочные, может кому-то позвонить, вызвать такси или... Обычно в таких закусочных умирают люди, с учетом того, что там никого нет. И всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я Руня. Я попала в мир, где есть только одни парни, я единственная девушка. И я не знаю, куда меня все это приведет. А вы поставьте лайки, подпишитесь на мой телеграм, потому что там очень много всего интересного происходит. И о моей жизни, и спойлеры к будущим сериалам, кстати. Да-да-да. Итак, это моя школа. И получается, я все же единственная девушка в этой школе, а также в этом городе и мире. И мне придется носить мужскую одежду, делать вид, что я парень, заниматься тем же, что и парни, переодеваться в одной раздевалке с парнями и даже ходить в один и тот же туалет. Фу, боже, нет, это так ужасно. Я не хочу, но другого выбора у меня нет, раз я ничего не помню. Хотелось бы разобраться совсем прежде, чем меня захотят грохнуть за мой гендер. Хотя кто-то бы отдал душу, чтобы попасть именно в такую школу, где царят только парни. Ты представь, ты единственная девочка, и все парни хотят быть твоими. Вплоть от Чунгука из BTS, заканчивая Диппинсом. Хотя у него там девушка что-то появилась. Я же могла бы быть президентом мира. Ладно, нужно думать реально как парни и обязательно ни в коем случае себя не выдать, потому что такое чувство, что меня реально грохнут. Ой. Эй, аккуратнее будь, ладно? Ой, простите, пожалуйста, извините. Чё-чё, не расслышал. Вы тоже комара где-то услышали? Нет, я... В общем, я тут... Новенький, новенький, и мне бы хотелось узнать, в каком я классе и какой у меня первый урок, ребят. Не думаю, что мы похожи на учителя. Тебе стоит найти своего классного руководителя и спросить у него. Ты подозрительно похож на девушку. Я слышал, что в мире осталась последняя девчонка, и власти жестко ее ищут. А я думаю, что это все бред. Не могла бы тут девка выжить. Ага, уверен, что я сразу бы ее узнал и захотел помазать. А что потом? Копом сдашь? Зачем себе бы оставили?
вы бы оставили эту девушку у себя? А что ей будет, если ее типа, найдут? Вероятнее всего, смерть. Не просто так нас решили спасти? Это чего, это размножение? Чё сказал? Шутка, шутка, это у меня просто юмор специфический. Я типа лютый, жесткий, классный парень, который здесь новенький. И меня, кстати, меня Арун зовут, ребята. Пытаешься с нами подружиться? Мы абы с кем не дружим, чел. Мне же нужно с чего-то начинать. С учетом того, что я типа новенький. Ты главное мыло не роняй. Ой, главное не нарвись на неприятности. Мы эти неприятности, кстати. Ладно, мне надоел этот пацан, пойдем. Ага, как скажешь. Да, я, пожалуй, тоже пойду. Типа, у меня все-таки есть свои пацанские дела. Я там крутой парень. Я типа, ну, отвечаю. Чуваки, йоу. Все, потеряйся. Ладно, 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 пока. О, боже, как я пережила нападение этих четверых парней. Что он сказал, что я подозрительно похожа на девушку? А, может быть, потому что я и есть эта девушка, которая пытается выглядеть как парень? И где-то я уже все это видела. Ладно, не об этом. Может быть, мне удастся найти каких-то хороших, адекватных парней, друзей, с которыми я бы когда-то могла подружиться, пересечься, пообщаться и не спалиться то, что я, черт возьми, девушка! Никто ведь мои мысли не слышит, да? Здесь нет аппарата по считыванию собственных мыслей. Ладно, мне нужно приноровиться к этой жизни, к этому графику, к этой школе и узнать, где мой шкафчик, кто мой учитель, где мой первый урок и какого черта девушек истребляют на этой планете, в этом мире, и почему я все забыла. Благо, что есть какая-то дальняя заброшенная, черт возьми, не пойми где раздевалка, в которой я могу спокойно переодеться, и никто не будет ни задавать вопросов, никто не поймет, кто я. Вообще здесь ни души, никого, и я так счастлива от этого. Так, сейчас нужно, главное, снять с себя футболку, потом быстро штаны. И надеюсь, сюда никто никогда не зайдет. Я так и знал. Ха. О, что? Что? Черт? О чем ты говоришь, дружище? Что ты тут делаешь? Решил подглядывать за тем, как переодевается другой парень? Ты что, с ума сошел? Да ладно, можешь не прятаться. Я все, что нужно было, уже увидел. Не понимаю тебя совсем. Ты, наверное, говоришь о моем крутом прессе, да, чувак? Нет, я... впрочем, неважно. Я же говорил, что сразу же пойму, если встречу ту самую девушку. Парни сочли тебя просто очень смазливым мальчиком, но не я. О, черт, черт, прошу, пожалуйста, только не рассказывай об этом никому. Моя жизнь сейчас в твоих руках. Прошу, не делай со мной ничего плохого. А разве я могу? Просто не понимаю, как тебе удалось выжить? Ведь больше ни одной девушки в мире не осталось. Я не знаю. Я потеряла память и решила слиться с толпой. И у всех на виду, здесь, в школе. Хорошее решение, ведь сейчас за тобой идет очень большая охота. Но я все еще не понимаю, почему ты не сдал прямо сейчас меня кому-то. Даже если у тебя было подозрение, ты мог типа там... Здесь есть местная полиция, вот им сказать или учителю. А зачем? Ты умрешь и дело с концом. Живая ты полезнее будешь. Да, и какой же от меня толк? То... Типа, реально захочешь меня помазать везде? Не исключено. Что? Нет. Это шутка, расслабься ты. Я тебе позже расскажу, как именно ты будешь мне полезна. А до того я сохраню твой секрет и даже помогу влиться в нашу компанию, чтобы никто не мог к тебе даже притронуться. Теперь ты мой драгоценный камень. Я даже не знаю, что и сказать. Я очень благодарна тебе. Если все так на самом деле, как ты сейчас об этом говоришь, то это... Я не знаю, что именно такого я должна для тебя сделать, и чем я так буду полезна, но я сделаю все, что ты захочешь, конечно, в рамках... нормального. Мне есть смысл лгать? Не знаю, я совсем запуталась. Не знаю, что мне делать дальше.
Я не понимаю, почему девушек решили истребить в этом мире. Может, ты знаешь ответ? Я и сам не знаю. Нам пора на урок, поэтому одевайся скорее, я тебя жду снаружи. Прослежу, чтобы абы кто не зашел к тебе. Ладно, хорошо, спасибо большое. О, боже мой. Окей, ну, типа, как можно было в первую же секунду своей жизни в новой школе, в новом мире для тебя спалиться, что ты девушка? Неужели я настолько красива и прекрасна, что сразу же понятно, что я, черт возьми, девушка? Ладно, он сказал мне скорее переодеться и выходить. Этому парню явно что-то от меня очень нужно. Иначе я правда не понимаю, зачем он решил сохранить мне не жизнь. И так много вопросов, и так мало ответов. Ладно, быстренько переодеваюсь, надеюсь, никто и правда не зайдет. Ну, вроде бы, как бы, все. А в таких шмотках по тебе и не скажешь, что ты... Тише ты! Да-да, прости, идем в спортзал? Ну, да, выбора у нас нет. Эй, чуваки, вы уже слышали? Оп! Чувак, что ты делаешь с этим мелюзгой тут? Это наш новый друг. Ладно, пофиг, потом разберемся. Что там случилось? О чем слышали? А, точно. Короче, сейчас в школу приехала какая-то нереальная проверка. И зачем? Они ищут тут девчонку, поэтому нам бы пройти спортзал всем. Что? У меня капец, живот что-то разболелся. Что будет, если не прийти? Да, урона, видимо, не сварение. Я лучше проведу его. Скажи, что мы не сможем прийти. Да капец, школу закрыли, чтобы никто не выходил и не входил. Так что проверка обязательно. Не может быть. И что нам теперь делать, если они узнают? Мы что-нибудь придумаем, верь мне. О, черт.